В гимназии номер 9 мероприятия прошли сразу для учеников начальной школы и подростков 14-16 лет. Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних рассказывали о необходимости соблюдения краевого детского закона, а также о видах преступлений и правонарушений несовершеннолетних. Сотрудники ГАИ провели несколько конкурсов и викторин по правилам дорожного движения и правилам поведения в общественном транспорте. Победителям вручили светоотражающие фликеры. Школьников старших классов проинформировали об изменениях в правилах дорожного движения, о необходимости проходить обучение по вождению мопеда и о действующих в Сочи мотоклубах, куда могут прийти заинтересованные подростки. Активное участие в мероприятиях принял общественный совет при Сочинском УВД. Такие мероприятия будут проходить в течение всего курортного сезона во всех лагерях дневного пребывания школьников, а также в лагерях отдыха для приезжих.